Серьезное внимание в истекшем периоде, как и раньше, было уделено вопросам межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. Руководство правления принимало участие в заседаниях антитеррористической комиссии, антинаркотической межведомственной комиссии и по профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, проходившей при главе района. В тесном контакте осуществлялось взаимодействие с ФСБ, МЧС и другими силовыми структурами в режиме реального времени. В отчетном периоде проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, наиболее значимые из которых мероприятия антитеррористической направленности, мероприятия по декриминализации ситуации в сфере потребительского рынка, борьбе с нелегальной миграцией, оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пресечения этнической преступности, выявление коррупционных связей, а также широкомасштабных операций, таких как «Гастролер», «Рецидивист», «Розыск», «Игла», «Анаконда» и многие другие. Число зарегистрированных преступлений по линии криминальной полиции увеличилось на 9%, а по линии полиции общественной безопасности снизилось на 14%. На 15% выросло число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. На 3% меньше зарегистрировано число преступлений средней тяжести. Число преступлений небольшой тяжести уменьшилось на 12%. Одновременно с этим, естественно, выросли показатели практически всех основных составов тяжких преступлений, таких как убийств на 56%, разбойных нападений на 13%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 7%, мошенничество на 18%, общее число совершенных краж на 9%, из них краж из квартир на 22%, транспорта на 20% и садовых домиков в 2,5 раза. Анализ ситуации по убийствам показал, что основная их масса совершена на бытовой почве. До настоящего времени остаются нераскрытыми из зарегистрированных в 2015 году 3 убийства. Возросла раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 29%, в том числе повлекших смерть потерпевшего, краж автотранспорта. Раскрываемость разбоев выросла на треть, наркопреступлений на 21%. Всего в отчетном периоде управлением раскрыто 2031 преступление, из них криминальным блоком 1061, блоком охраны общественного порядка 970. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года. При этом остаток нераскрытых преступлений снизился на 5% и составил 485. Процент раскрываемости 81, что выше среднеобластного показателя 63. Отдельное место в числе состава преступлений, отнесенных к компетенции криминальной полиции, занимают преступления, связанные с оборотом наркотических веществ, так как представляют собой особую угрозу обществу и затрагивают подростковое население района. Кроме всего прочего, зачастую являются побудительным мотивом к совершению тяжких преступлений, в основном имущественной направленности. За 9 месяцев сотрудниками управления выявлено 170 наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечено 89 сбытчиков наркотиков, из которых 85 арестованы. Из числа арестованных один несовершеннолетний. С целью профилактики совершения преступлений в 2015 году участковыми уполномоченными полиции составлено 18 тысяч административных протоколов. Из них более чем на 600 снизилось число протоколов, составленных за распитие алкоголя. Данный факт обусловлен систематическим проведением вечерних рейдовых мероприятий по местам массового скопления граждан, а также пристального внимания к подучетному элементу. В настоящее время на учетах в управлении состоит 961 человек. Ирина Зинченко, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».